Индийский слон – одно из наиболее почитаемых животных во многих странах, особенно в тех, где основной религией является индуизм. В современном мире, особенно в Европе, ошибочно считается, что слон – животное неповоротливое, тяжелое, несамостоятельное. Неудивительно, что среди западных людей татуировки с изображениями слоном не популярны. На самом же деле значение татуировки «Индийский слон» – преданность, сила, мудрость, долголетие и миролюбие. Индийский слон символизирует верховную власть, это животное королей. Татуировка с таким животным подойдет не всем. Слабого характером человека татуировка слон может подавить. Но если вы видите такую татуировку на человеке, то можно быть уверенным – это спокойный, уравновешенный человек, обладающий огромными запасами мудрости. Если вы твердо решили, что это животное – ваш символ, будьте внимательны, выбирая эскиз тату «Индийский слон». Многие изображения слона являются буддийскими или индуистскими символами.